Ну вот, я вот тут жил где-то лет 15 тому назад. Вот это вход, маленький парчок такой. Тут, помню, ежики бегали. Кстати, чем они питались, и самое интересное, где они воду пили. Хотя тут вот эта вот штучка, полив. Угу. Вот этот парк, парк памяти, парк Азикарон. Моя бывшая собачка Джессика. Очень любила тут. Как тут все изменилось, построили какую-то шайбу, типа сцена. Ага. Ну, так с собачками здесь гуляют. Да, вот так, я помню, сидел, а Джесска тут вот рыла окопы. Хорошая была собака. Ну, вот тут вот какие-то эти для физической культуры, для страдальцев. А вот это вообще не знаю, что такое. Это хрен его знает. Спецназ какой-то готовит. Дома какие-то новые уже понастроили, конечно, дорогущие. А это вот для этих детей сумасшедших дошкольного возраста. Окей. Так, это у нас что? Это у нас вот какая-то эта аттракция от мэрии. Это какой-то ларек, который открывается, и тут что-то такое продают. Что, наверное, сосиски жарят. Вот туалет общественный, кстати. Автопоилка. Работает? Работает. Так, а ларек-то такой. Стулья. Никто их не украл. Вот, кстати, тоже кто-то принес. Доброй воли. Люди доброй воли. Смотри, да? Туалет не загаженный практически. Правда, бумаги нет. И вода течет. Интересно. Здесь такого не было. Это. А мы как-то вот сидели. Здесь был такой уютный уголок в тени кустов. Как же это называется-то? В Афганистане у нас вот эти кусты. А, видишь, все снесли мне, типа. Все хрена вам, а не уединение для распития напитков. А вот класс, да? Тух. И вот это еще построили. Господи, вот тут как тут что называется. Ну ладно. Все перекопать, перенастроить. Было как-то душевнее. Ладно. Шкафы какие-то распределительные, закрытые на замки. А вот туда вот, раньше я тут парковался, тут было, вот и сейчас практически есть место. Ладно.